Нихао, леди и джентльмены, рад приветствовать вас на канале topchainov.ru. И сегодня у нас в обзоре вы видите обезьянки, да необычные, это детские игрушки, очень сейчас популярные. Они появились на Амазоне и на eBay в США, завоевали вообще бешеную популярность. Ну и перешли на наши рынки, и теперь это супер тренд, который будет очень хорошо продаваться, особенно в предновогодний период, ведь это отличный и недорогой подарок для ребенка. Вообще, в целом, если немножко отвлечься от бизнес-тематики, игрушки чем интересны? Почему какой-нибудь робот, у которого двигаются все ручки, ножки, интереснее обычного солдатика оловянного, я не знаю, на подставке? А потому что есть больше опций взаимодействия ребенка с игрушкой, поэтому ему интереснее с ней играть. И китайцы сделали вот такое вот чудо, это обезьянки, которые имеют очень много, достаточно много датчиков и вариантов взаимодействия с ними. Я заведомо не показываю упаковку к ним, потому что вариантов упаковок много, и мы работаем напрямую с фабрикой. При заказе этих обезьянок можно выбрать вариант упаковки, это блистер или коробка, тот, который вам нравится больше всего. У меня в кадре две обезьянки, они отличаются и по цене, и прежде всего по способу питания. Одна из них работает от аккумуляторной батарейки встроенной, другая от обычных батареек, которые можно заменить. Но мы начнем обзор с внешнего вида обезьянки. А на самом деле они собраны очень неплохо, не воняют качественный пластик. И что важно, вот именно в этих обезьянках, хочу сказать, что это не самая дешевая версия, но по соотношению цена-качество оптимально, мы выбирали у многих поставщиков. Первое, конечности и хвост, он должен быть прорезинен и легко гнуться, как вот в этом случае. И именно это отличает более качественных обезьянок от дешевых. Вот эти лапки, пальчики, они сгинаются, потому что такой какой-то прорезиненный материал используется. Без проблем можно отогнуть, и не ломается рука у нее. Но по покраске именно конечности могут возникать вопросы. Здесь, например, можно увидеть какие-то неровности. Но это, в принципе, на всех обезьянках так. Поэтому какой-то акцент на этом делать не будем. Сам корпус тоже пузико покрашенное, встречали мы варианты, которых этого не было. В принципе, сборка хорошая. Обратите внимание сразу же на нос, он здесь цельный, потому что даже мне попадались обезьяны, где вместо носа кнопка такая, на него можно нажать, и вместо датчика, который встроен в рот этой обезьяны, китайцы сделали кнопку, но это на дешевых версиях такая штука. В комплектации идет инструкция, она на английском языке, но она нужна, чтобы посмотреть, какие функции есть. Прежде всего, можно отметить, что здесь их 7, ну, выделяют 6 обычно, это означает то, что обезьянка имеет 6 возможных вариантов взаимодействия с ребенком, и именно 6 является таким целевым числом, именно так отличается якобы оригинал от подделки какой-то. Если взглянуть на все варианты взаимодействия, можно отметить, что первое, есть микрофон, который считывает хлопки, то есть обезьянка реагирует на хлопки, а во рту есть датчик, который реагирует на воздух, то есть можно подуть, ну, видимо, так, и тоже обезьянка начинает что-то делать. А сверху на голове у нее есть сенсоры, прикосновения, которым также вызывают какие-то движения, звуки, и есть гироскоп G-сенсор, сенсор положения, если обезьянку перевернуть или положить на ровную поверхность, она тоже начинает взаимодействовать с ребенком. Ну, от слов к делу, давайте протестируем. Прежде всего, посмотрим вот эту. Это вариант с батарейками. У меня специально здесь есть отвертка. Я сейчас раскручу два болтика и посмотрим, как же эта обезьянка питается. Кстати, ссылку на этих обезьянок вы можете найти в описании этого ролика. Переходите по ней, попадете на наш сайт, и там можно узнать о минимальной партии, о стоимости и о доставке к вам в страну оптовой партии вот таких вот Fun Monkeys. А вот я снял заднюю крышку. Здесь 4 батарейки, таких плотненьких, я не знаю, где используются. Часто видно какой-то стандартный формат батарейки. Нужно 4 штуки, чтобы она нормально и долго работала от одного заряда, прям несколько часов. А кнопка включения у этого варианта обезьянки, она находится в голове. Здесь же есть динамик. И вот она сразу нам что-то пытается шлет поцелуя. Снимаю под углом, но если перевернуть, то глаза у нее открываются. И проверим сенсоры. Прежде всего, интересно, мне нравится, когда ее положить, она засыпает. Вы слышали храп обезьянки? Также она реагирует, если ее погладить. Ну и если перевернуть, она также издает какие-то звуки. Сейчас перевернем.
Ну, то есть, она такая неугомонная обезьянка, особенно если с ней активно играться. Так, а ну давай, спадки. Пока у нас одна мартышка спит, посмотрим на другую. Тихо, тихо, тихо. Надо, наверное, выключить. Оп. Так, вот у меня в кадре теперь другая. Это работает уже от встроенного аккумулятора. Причем аккумулятор здесь хорош стоит. А зарядка происходит от USB кабеля, который в комплектации идет. Есть отверстие. Кнопка включения у нее в районе хвоста. Привет. Вот так вот нравится обезьянке, когда ее гладят. В принципе, функционал самой обезьянки, которая работает от аккумулятора и которая работает от батареек, одинаковый. И та имеет 6 функций, поэтому здесь все окей. Вы сейчас на экране вот здесь вот видите плату, которая используется в этой обезьянке. Это означает, что плата хорошая. Именно она отвечает за всю электронику. А есть вот такая вот плата. Обычно в дешевых версиях вот такая используется. Это так себе. Она, во-первых, не имеет все 6 функций, обычно она может обслуживать только 4, да и отказоустойчивость у нее не очень, недолго сможет ребенок играться этой обезьянкой, скорее всего, она сломается. То есть версия нестабильная. На данный момент мы работаем с фабрикой, у которой стабильная версия и неугомонные такие обезьянки. По итогам, не хочется затягивать сильно ролик, потому что информации о них много в интернете, но что нужно знать именно про этих обезьянок? Первое, они могут быть с батарейкой, могут быть от встроенного аккумулятора, если говорить про питание, про их работу. Второе, внешний вид, лапки прорезиненные, хвостик прорезиненный, покрашено нормально, чубчик прической все окей. Тоже важный момент, и опять же по внешнему виду нос у нее цельный, это не кнопка какая-то, как у дешевых версиях, это полноценная у нее симпатичная вот такая вот мордочка. Далее, по функционалу, минимум 6 функций, есть все датчики, то есть эта версия по своему функционалу максимальная, реагирует и на звук, и на прикосновения, и на повороты какие-то, если ее положить, то есть все, что нужно, есть. Функции в инструкции даже 7, но выделяют обычно 6. Следующий момент – это плата и начинка электронная, которая используется. Это влияет на стоимость, и китайцы могут запихать туда как дешевую какую-то плату, так и дорогую, которая будет дольше работать и будет быстрее реагировать на какие-то изменения с обезьянкой, то есть когда ребенок ее перевернул, она сразу же начинает реагировать. Далее, по механизмам, головка у нее поворачивается, вы слышите, и глазки моргают. То есть это тоже такой один из вариантов распознать дешевую версию и дорогую. Ну и последняя упаковка, можно заказать с любой надписью упаковку, есть несколько вариантов, мы предложим свой, который максимально популярен в наших странах, и именно по нему люди ориентируются, конечные клиенты, это оригинал или нет, потому что мы изучали отзывы на американских сайтах, eBay, Amazon, и там были претензии к дешевым вариантам обезьян. Это наиболее стабильная сейчас версия, из 6 цветов. И они доступны к заказу. Кстати, общался тут с фабрикой, они говорят, что настолько они сложны в сборке, они просты, и один рабочий за сутки может собрать всего лишь 30 штук, что для Китая, ну скажем так, это небольшое количество, поэтому займет какое-то время производство крупной партии. Но игра стоит свеч, сейчас товар очень популярный, недорогой, и он доступен для покупки оптом из Китая с помощью компании Top China Opt. А я благодарю вас за просмотр видео, не забывайте подписываться на канал, ссылка на эту обезьянку есть в описании ролика, переходите, попадете на наш сайт, там есть все подробности, связанные по минимальной закупке и по стоимости. Не забывайте нажать колокольчик, отправляю нашу обезьянку спать и удачи вам в бизнесе!